В этом видеоуроке я хочу вам показать, как связать подушку. Я ее буду использовать в автомобиле под шею. Из двух цветов она выполнена. Это цвет лимонный и вот такой салатовый, нежный. Для вязания подушки я выбрала пряжу трикотажную Lavis. Крючок у меня номер 8. Набираем цепочку из 37 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Всего нам нужно набрать 37 воздушных петель. Мы набрали цепочку из 37 воздушных петель, первый ряд. В первую воздушную петлю мы провязываем столбик без накида. Ой. Так, значит, у нас будет так. И провязываем 5 столбиков без накида. Подряд. Раз, два, три, четыре, пять. В следующую, в шестую воздушную петлю мы провязываем 2 столбика без накида. Раз, два. Снова 5 столбиков по одному столбику без накида. 2, 3, 4, 5. И в шестую 2 столбика в одну воздушную петлю. Так мы провязываем ряд до конца. Так, последняя связала 5 столбиков по одному и в последнюю 2 столбика. Итак, смотрим, что у нас получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 таких секций. Далее мы вяжем 1 воздушная петля. Поворот. Провязываем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Так, неправильно немножко. У нас здесь столбик подъема был, значит, мы во вторую начинаем вязать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. И в седьмую мы провязываем 2 столбика без накида. Если перевернуть, то мы в первый столбик провязали, столбик добавили, и это там, где у нас было 2 столбика в одной петле, и во второй мы провязали опять двойной столбик. И так далее. Опять провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, и в седьмой мы провязываем 2 столбика без накида. И так мы вяжем до конца рядка. 6 столбиков по одному, потом в седьмой 2 столбика без накида, опять 6 столбиков по одному, в седьмой 2 столбика без накида. Так, третий ряд. 1 воздушная петля, поворот.
И получается провязываем 7 столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 столбика в восьмой. И снова 7 столбиков без накида. Так, сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмой 2 столбика. И так вяжем ряд до конца. Довязали ряд до конца. Воздушная петля, поворот. Теперь 8 столбиков. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Провязали в 9 2 столбика. Есть. Опять 8 столбиков по одному вяжем. Девятый 2. Так, так мы довязываем ряд до конца, и у нас получается вот такая вот она закругленная уже. Переходим к пятому ряду. Воздушная петля, поворот. Так, теперь нам нужно будет вязать по 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 и 2 в десятый. Так, и снова 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 2 в десятый. 1, 2. Так, и так продолжаем вязать ряд до конца. Шестой ряд. Так, вот мы повернули. Вяжем 10 столбиков по одному. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 2 вместе. Ой, 2 в один столбик предыдущего ряда. Снова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10
и 2 вместе. Продолжаем так ряд вязать до конца. Седьмой ряд. Воздушная. Так, повернули. И вяжем 11 столбиков без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Связали 11. 12 2 столбика в один столбик предыдущего ряда вместе. Снова 11 по одному. Так, есть. И 2 столбика вместе. Так, вяжем ряд до самого конца. Восьмой ряд. Петля у нас одна воздушная. И мы провязываем 12 столбиков по одному столбику без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, следующий провязываем 2 столбика. Так. И так мы вяжем до конца ряда. Сначала мы провязываем 12 по одному, затем 2 в один столбик в 13. И так ряд провязываем до конца. Так, теперь переходим к 9 ряду. Ой. 13 столбиков по одному провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13 и 2 в один столбик предыдущего ряда. 14. И повторяем все точно так же, как в каждом ряду, только провязывая 13 столбиков и в 14 2 вместе. Ряды с прибавлениями мы довязали. То есть последнее прибавление через 13 петель у нас было. Теперь мы вяжем 10 и 11 ряд без прибавлений. Мы провязываем, сейчас у нас 10 ряд. Одна воздушная петля, и в каждый столбик без накида предыдущего ряда по одному столбику без накида мы провязываем полностью ряд до конца. Без прибавлений и без убавлений. Так, 10 ряд мы довязали, теперь у нас следующий будет ряд, в котором я уже буду использовать желтый цвет, вот этот такой лимончик. Это у нас будет 11-12 ряд без прибавлений, вот уже желтым цветом. Так, ниточку подложила.
сделала столбик без накида. Эти нити я вот сюда вот прикладываю и вяжу, чтобы они оставались внутри. Сейчас мы вяжем 11 ряд без прибавлений и 12 ряд без прибавления мы вязать будем. Тринадцатый ряд, то есть мы сейчас связали 10, 11 и 12 без прибавления и переходим к 13 ряду. В 13 ряду мы вяжем 13 столбиков без накида подряд. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Два следующих мы будем провязывать вместе. Протянули первую петельку, протянули вторую петельку и через 3 вместе. Вот у нас получилось убавление. Снова вяжем 13 столбиков вместе, по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда. 13 столбиков. 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязали 13 столбиков, 2 вместе. Первую петельку протянули, вторую и через 3. Так мы вяжем ряд до самого конца с убавлением через 13 столбиков. Так, следующий ряд, 14, мы вяжем 12 столбиков. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и убавление. И так мы вяжем ряд до конца. Вот у нас начинает подушечка заворачиваться. Приступаем к 15 ряду. В 15 ряду мы будем провязывать 11 столбиков без накида. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И
2 вместе. Так. Так мы продолжаем вязать ряд до конца. Через 11 столбиков мы делаем убавление. 16 ряд. Так, в 16 ряду мы будем провязывать по 10 столбиков между прибавлениями. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и убавление. Так, снова. Раз, два, три, четыре, пять. И так ряд мы вяжем до конца. Через 10 столбиков убавления. Так, вот мы довязали 16 ряд. Через 10 столбиков мы провязывали одно убавление. В 17 ряду через 9 столбиков одно убавление. В 18 ряду через 8 столбиков одно убавление. В 19 ряду через 7 столбиков одно убавление. В 20 ряду через 6 и в 21 через 5 столбиков одно убавление. И у нас должно остаться 36 петель. Так, вот я довязала последний ряд. Вот так вот у нас она сузилась, подушечка. Вот мы будем ее сшивать таким образом. Значит, здесь мы просто вытягиваем. Я обрезала длинную нить. Так. И теперь вдеваем. У меня такая есть иголка пластмассовая с широким ушком специально для таких толстых ниток. Я ей буду сшивать. Так, хвостик прячем и начинаем. Можно крючком, как вам удобно. У каждого свои приспособления, поэтому уже на свое усмотрение. Сшиваем сначала мы вот это место, потом будем набивать ее, вот, и отверстие, через которое мы ее набивали, тоже в конце сошьем. Вот я ее по кругу сшила. И вот здесь у нас есть два отверстия, в которые мы будем набивать. Вот здесь и вот здесь. Набивать я буду синтепоном. Так. Сюда мы набиваем. Подушка готова. Я ее сшила, набила. Теперь ее можно использовать. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о моих новых видео. До свидания.